Жми лайк этому видео, и если мы здесь набираем 1000, то я сделаю летсплей с игрушкой Call of Duty Mobile. Давайте поднажмем. Здарова, ребят, с вами Илья, это наш игры-день и наши быстрые ежедневные новости. Сегодня я рад вам снова сообщить о том, что Call of Duty Mobile можно попробовать, ведь она уже доступна в софт-запуске. Также, возможно, релиз уже не за горами, так что будем дальше следить за этим проектом. Ребят, сразу скажу, игрушка уже доступна на Android и iOS, так что спокойно ее можно оценить. Для iOS вам нужно всего-навсего поменять в настройках Apple ID страну на Канаду или Австралию, и после этого из App Store скачать эту игру. Для андроида немножечко посложнее, вам нужно скачать либо APK самый обновленный, или же игрушку из магазина приложений TapTap. В общем-то, ссылка будет в описании. И далее после этого качаем еще ExpressVPN, там создаем уже учетную запись, нажимаем на Select Location, далее жмем All Servers и находим Америку. Из Америки мы выбираем уже сервер Montreal 2 и после этого к нему подключаемся. Потом уже спокойно запускаем установленную ранее игру и можем вот так вот ее оценить. Ребят, ссылочку на игру и на VPN будут в моем топе, так что оттуда забирайте и спокойно можете скачать. Ну а так, на самом деле, ждем полноценный релиз или хотя бы чтобы софт-запуск был в нашей стране, чтобы спокойно без таких вот костылей в нее поиграть. Также хотелось бы поиграть еще на нормальном пинге, потому что, сразу предупреждаю, с этим тоже могут возникнуть проблемы и без этого, к сожалению, никуда. Но в любом случае, круто, что хотя бы вот такой вот софт-запуск снова появился и вы снова можете игрушку оценить, посмотреть последние обновления. Так что переходите по ссылкам в описании. Ну а так еще напишите в комментариях, что думаете по самой игре, как она у вас работает. И скоро мы с вами вновь увидимся. До встречи.